Всем привет! С вами Галина. Сегодня у меня поставочка многолетников очередная. С предприятия клонированием занимается, которое генетически чистый посадочный материал приходит. Без болезней, с молодой сильной энергией. Гейхера. Даже гейхерела это. Гейхерела Fire Frost. Будет посредине темная еще такая лапка. В ней, как на солнышке побудет, это она у них там света мало видела, будет очень красивая. Флокс Рембрандт белый, Гехера Свирлинг Фэнтези, вот она сейчас красавица, та, что у меня большая, уже в больших ложках. И Твалайт, тоже такая, как морозом покрытая листва, очень красивая. Вот такая вот лапчатка кустарниковая Аннет. Это оранжевая. Еще красная и розовая есть у меня. Отправляю. Могу отправить. Это такой кустарничек. Курильский чай еще называют. Цветочки. Такие как ромашечки, не ромашечки, пятилистные. Цветочки красивые. Долго цветет. Так. Эхиноцея. Гибридная, 4 сорта, оранжевая, такая зелено-бело-зеленая и розовая махровая, сортовые эхиноцеи. Ну, эхиноцеи, наверное, высажу себе, понемножку взяла на размножение. На следующий год уже будут эхиноцеи. Вот уже такие пришли большие, увижу даже цветение быстренько, прям такие лопушастые. Красивые очень. Ромашками цветет, кто не знает. Есть полные, есть неполные. Вот махровая, розовая у меня будет. Один сорт у меня есть уже. Оранж Фонтейн Биколор. Понравился. Разрастается. И цветет долго-долго. И красивый двухцветный. Вот решила еще себе взять на размножение таких красоток. Такая поставочка. Всем довольна. Все хорошо пришло, без всяких повреждений, быстренько, за 2 дня. Дошла посылочка с деком. Сейчас активно рассылаю гейхеры, много заказов. Можно заказывать, отправлю. Ну, наверное, уже сортов 30 точно у меня есть гейхер. Еще заказываю, постоянно получаю новенькие. Дождик у нас сегодня порадовал. Долго не было дождя. И вот пошел дождик. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Всем пока-пока.